Сейчас в правительстве республики работает над документом, который определит четкий порядок начисления и выплаты компенсаций. Основные его принципы уже известны. На основании закона одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим возраста 70 лет или проживающим в составе семьи, состоящей только из неработающих граждан пенсионного возраста, будет предоставляться компенсация на оплату капитального ремонта в размере 50%. А одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим возраста 80 лет или проживающим в составе семьи, состоящей только из неработающих граждан пенсионного возраста, достигшим возраста 80 лет, в размере 100%. Важно сразу понять, платить за капремонт придется. Просто Центр социальной защиты будет возвращать положенную сумму, так же как компенсацию на оплату коммунальных услуг. Происходить это будет автоматически перечислением на карту. Тонкостей много, мы обязательно расскажем о них, когда будет согласован документ, определяющий порядок применения нового закона, и он заработает в полную силу.